5 основных упражнений для массы и силы. Первое. Жим штанги лежа. Ни одно упражнение не может сравниться с жимом штанги лежа в решении задачи наращивания мышечной массы и силы мышц груди. И хотя фокус нагрузки здесь направлен на середину груди, ее верхние и нижние части работают в полную силу. Но имейте в виду, такое распределение нагрузки имеет место, если вы держите штангу широким хватом. Если же хват точно по ширине плеч, то фокус нагрузки смещается в сторону верха груди. Середина, низ, а также верх груди – лучшие базовые упражнения для наращивания массы и силы груди. Номер 2. Жим штанги стоя. В бодибилдинге жим штанги стоя используется, чтобы расширить плечи, придать им объем, выразительную форму. В первую очередь это касается передних и средних дельт. Кроме этого, жим стоя отлично развивает взрывную силу всех мышц торса. Передние и средние дельты – мышцы, вращатели плеча, базовые упражнения, наращивание массы и силы плеч. Номер 3. Становая тяга. Становая тяга применяется для ударного наращивания массы, силы и мощи, как мышц спины, так и мышц ног. Кроме этого, становая тяга является отличным средством укрепления всех мышц, которые держат позвоночник. Чем они сильнее, тем больше вес вы сможете осилить в других упражнениях, не опасаясь заработать травму. Мышцы, прилегающие к позвоночнику, бедра и ягодицы – базовые упражнения для спины и ног, сила и объем. Номер 4. Приседания со штангой. Приседания со штангой – это самое эффективное упражнение для наращивания массы и силы мышц бедра. Квадрицепсы – мышцы задней части бедра и ягодиц – базовые упражнения. Масса и объем всех мышц бедра. Номер 5. Жим штанги узким хватом лежа. Пожалуй, самое эффективное упражнение для роста и развития силы трехглавой мышцы плеча, в особенности верхней части. Кроме этого, жим узким хватом основательно утюжит верх груди и переднюю головку дельтовидной мышцы, верх всех головок трицепса, верх груди и передние дельты. Базовые упражнения. Сила, объем и плотность трицепса. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! We'll be right back.